8 коллективов еще совсем юных, но уже довольно техничных и очень азартных хоккеистов проверяли свои силы и командную игру на первом детском турнире «Чемпионик». Инициаторами проведения соревнований выступили руководитель проекта «Школа безопасного хоккея» Антон Мартыненко и директор Ледового дворца имени Александра Кожевникова Дмитрий Бернатавичус. Первый турнир в Омске мы проводим в таком формате, как вы видите. Ребятам очень нравится, очень большая динамика, очень много шайб, очень много эмоций. Эмоций действительно было хоть отбавляй. Причем не только у участников, но и у болельщиков. На протяжении 2 дней юных хоккеистов активно поддерживали их друзья и родители, которые отметили значимость подобных встреч для начинающих спортсменов. Во-первых, командный дух вырабатывается. Они, хоть и малыши 11-го года, но сплачиваются, видят, играют в команде. Поэтому и формирование, естественно, навыков, опыта работы в команде. Одна из особенностей турнира, который объединил 100 воспитанников хоккейных школ в возрасте 7-8 лет, организация игр на полплощадки. Эта форма проведения соревнований для детей, она для них очень оптимальная в соответствии с возрастными их нагрузками, поскольку бегать всю площадку ребятишкам маленьким. Тяжело преодолевать такие расстояния, хочется больше играть. И вот чтобы такой хороший формат учесть, шведы в свое время предложили вот такой вариант. Он прижился, он активно внедрился и используется за рубежом. Сейчас в нашей стране активно тоже развивается. Самые сплоченные команды выявлялись на протяжении 2 дней. В первый день шли предварительные игры, а уже на следующий, в соответствии с показанными результатами, ребята выходили на лед, чтобы определить, кто же достоин звания чемпиона. В поединок за первое место вступили команды «Ястребы» и «Стрижи». Этот матч до последнего держал зрителей в напряжении. «Стрижи» начали активнее, но «Ястребы» в третьем периоде все-таки смогли переломить ход игры и вырвать победу у соперников с разницей в 1 шайбу. Я чувствую после победы в турнире то, что я завоевывал первый раз первое место. Я чувствую себя очень счастливым. Все 3 игры выиграли, попали в финал. Стоит отметить, что у организаторов на этот турнир большие планы. Планы очень амбициозные, потому что мы предварительно, конечно, провели некие опросы соседних регионов. К нам готовы приехать и Новосибирск, и Тюмень, и Алтайский край, и Казахстан. Мы тоже предварительно вели разговоры. Они говорят, с удовольствием приедем, приглашайте. Поэтому планы сделать турнир международным, планы сделать турнир регулярным, планы его развивать и делать так, чтобы у нас не из города люди уезжали, а в город к нам приезжали, чтобы мы создавали такие проекты, которые позволяют нам концентрировать внимание на Омске, как на действительно, как мы считаем, мекке хоккея. К слову, «Чемпионик» заинтересовал не только иногородних игроков, но и привлек немало спонсоров, которые хотят помогать в развитии хоккея в Омске и поддерживать юных спортсменов. Именно благодаря им на турнире не было проигравших. Ценными призами отметили лучших игроков в каждой команде, а также единственную девочку на соревнованиях – Милану Костюкович. Я когда каталась на роликах в парке, там как раз тренировалась моя команда. Пригласили, я тоже захотела, и вот так мы попали в хоккей. Первые игры, которые были не за места, у нас чуть-чуть не получились. А вот последние, которые в финале, мы выиграли. У нас она очень хорошо получилась. Также подарки вручили лучшим вратарю, нападающему и защитнику турнира.